Це Хіт ФМ, і далі дійсно не буде вже новин, буде більше музики, буде більше хороших якісних хітів, які ми будемо слухати. Ну да. Взял бы регистратор. Да зачем? Эта камера классно снимает. Да? Да. Так, смотрим, ребята. Остановка общественного транспорта. Патрульная машина. Метров 5. Камеру уберите, а то сейчас раздавят. Это препятствует дорожному движению. Видите камеру, скажи час. Бери, давай. Здравствуйте. Значит, я нахожусь сейчас на кольце. Как это называется? Площадь Цирюльника. Площадь Цирюльника. Здесь около 4 инспектора и даже... Здесь патрульная машинка 0310. Значит, стояла на остановке общественного транспорта в течение там около 20 минут. Там, здесь. Я подъехал, прошел камеры, и водитель данного автомобиля резко удалился от остановки общественного транспорта. То есть он продолжал здесь стоять и патрулировать на остановке общественного транспорта. Ну, это все. Да, да. Машина опять с нарушением. Да, на кольце вот прямо вот остановки общественного транспорта вблизи пешеходного перехода, вблизи. Вот. 4 инспектора здесь. Патрульный автомобиль на самом деле здесь. Да, вот как я только подошел, да, с камерой, и сразу же прямо вот инспектор начал удаляться. Да, машинка на месте, все. Хотелось бы ответственного на место, чтобы разобраться в ситуации. Фамилия моя Косенко. Да, да, да. Виталий Анатольевич. Ночью сотень. Да. 70-75. 64, 460. Это наша машина? Нет, у меня место... Я проживаю в городе Николаеве, а прописан в городе Кисове. Вам что надо, прописка или? В данный момент... Да. Прописан, да, здесь. Но я иногда и в Херсоне, и в Николаеве. Ну, вот это нахожусь в Херсоне, да, но пока не все здесь, да, можно дать Херсонский адрес, да. Выезд с пролегающей территории. Стоит 9. Машина инспекторов, снова с нарушением. Сложи. Так, мне нужны данные инспектора, который был за рулем. Вон он. А? Вон он, сложи штатив. Зачем сложить? Ну неудобно. Удобно. Удобно? Да, он на, поставил. Держи тогда. Да не, походи ты. Вообще, вам можно ваши машины?
здесь мне это не сильно нужно, у нас не паспортный режим в Украине. Пока я вот обратился к вам, как инспектору, хочу составить жалобу. Что вам надо? Только ваше служебное удостоверение, больше ничего. Нагородного значка я не вижу. Я не могу по нему определить. 2013. 2013 это хорошо, да, он закрыт сейчас вашей жилеточкой. Можно удостоверение подтвердить? Я же не могу его подсадить в другое место на жилетку. Никаких вопросов. Просто согласно статье 5 закона о милиции, удостоверение в развернутом виде я посмотрю, чтобы оформить правильное заявление. И все. На что вы жалуетесь? Ну что жалуюсь? Ну, патрульный автомобиль с грубым нарушением стоял на нарушение. Ой. Ну это же разделка там, где я буду. Тут-то. Тут-то. Товарищ инспектор, а что вы мне мешаете снимать? Товарищ инспектор. Товарищ инспектор. Смотрите, я заявляю на камеру, что инспектор препятствует журналисту. Инспектор препятствует журналисту. Да, становится перед камерой, мешает работать. Можно ваше служебное удостоверение? Можно документы. Зачем? Ваши документы. Вы кто? Я. Вы кто, да? Гражданин Украины. Предоставьте, пожалуйста, паспорт или удостоверение. У нас еще режим паспортный. А вы кто? Мне нужна камера туда. Вы кто? Пошли, я гражданин Украины. Я тоже гражданин Украины. Мне тоже есть паспорт. Ну так вы же при исполнении, товарищ инспектор. Потом поговоришь, Саша. Да? Я диспетчер вызываю. По поводу. Алло. Да. Ой, спасибо. Спасибо. Ага. Все, пока. Школа Олексій Володимирович перебуває на посаді інспектора інженер з ОДР роти ДПС ДАІ. Дійсно до 31.10.2015. Дякую. Все прочитали. Так, зараз відповідальний приїде на місце. Разберемся, как с заявление составлю завтра, а сегодня, по сути, надо разобраться. Пошли с тем, что... с инспектором, в чем? Беседуем. Сейчас я удостоверение журналиста возьму, подожди. Возьми. Прочитаю, что такое препятствование журналисту. Неудобно. Инспектору не нравится, что его снимают. Мешает всячески работать. Мешал. Слышишь, а где же вторая машина? Я не знаю, уехала, да? Ну, их нет. Я не знаю, одна. Ну, да. Я ж под дверью, когда вас здесь стоял. А вторая, наверное, личная. Скорее всего. Ну, да, или... Не это. Інспектор заявляє, що журналіст України являється бандитом. Перешкоджальна журналістській діяльності – це стаття 171 Кримінального кодексу. Я можу зачитати цю статтю, що таке умисне перешкоджання інспектора. Поки не буду відвлекати, щоб пообщатися. Ви ж хочете останнє удостоверення? Поки поставимо. Продолжение следует...
можно поставить машину? Оформим правильно, потому что попадаете под криминальную статью, то есть. Да я не увидел, инспектор. Не, инспектор, я не прочитал. Я на видеокамеру. На какую видеокамеру? Инспектор, дайте я прочитать, я хочу жалобу составить. Мне же нужна фамилия ваша, я же даже не прочитал. На кого? Вы скажите, назовите свою фамилию, хотя бы значок покажите, вашего нет. Вы же его спрятали. Пооткрывайте хотя бы значки, ребята, как вы стоите? Не мешайте нам работать. Я вам работать не мешаю. Вы мешаете мне работать. Вы не компетентны. Я не компетентен? Да. Инспектор, вы тут цирк устроили, вы тут камеру вырывали с рук. Какую камеру вырвался? 0438. Инспектор мешал проведение видеосъемки. Вы сейчас видите, сами себе говорите, сами себе найду камеру, что комментирую. Правильно, комментирую, занимаюсь своей работой. А вы мешали мне заниматься своей работой. На данный момент. Вы мешали. На данный момент вы мне мешаете, а сейчас работать. Я сейчас стою отвлекаюсь, вместо того, чтобы смотреть, что пешеходов не сбили. Хорошо. Профилактирую аварийность, в городе Херсоне. Вы стоите? А вы вот стоите? А я стою, вот здесь тоже занимаюсь своей работой сейчас. Давайте не будем друг другу мешать. Давайте не будем. Какое удостоверение ты прочитал? Я хотел посмотреть ваше удостоверение, а вы не даете. Вам придя удостоверение на видеокамеру. Да не видно, согласно статье 5, закон о милиции. Видеокамера. Дайте мне прочитать. Видеокамера. Хотя бы назовите фамилию вашу. Видеокамера. Которую вы снимаете на данный момент, нет разрешения снимать видеосъемку именно про меня, именно прямо здесь. У меня есть разрешение все. У меня абсолютно есть разрешение. Вот это удостоверение мне позволяет работать. Я вам свое удостоверение показал. Что вы мне еще хотите? Я фамилию вашу. Не мешайте мне работать. Алло, далее. Я вам предоставил возможность выйти в этот служебный. А я фамилию вашу. Мой служебный значок я вам предоставил. Мне фамилия нужна, чтобы грамотно оформить заявление. Ну, чего не прочитали? Вы же так быстро все так показали. Возможно, в виде. Люди видят. Ага, хорошо, спасибо. Мы сейчас тут на всю руку пока. Спасибо. Все, молоди. Попрошу не обсуждать мне, как вы. Я понимаю, что молодой. Вы тоже не в возрасте. Я же не то, что не комментирую ваш возраст. Ваше семейное положение лучше. Давайте не будем. Ну, хорошо. Это вообще-то все, наверное, запрещается. Да? Комментирую, конечно. Хорошо. Удостоверение мы, наверное, не увидим. Мы не увидим, да. Вот так. Нас обозвали бандитами. И не факт, что это инспектор. Да, может, удостоверение поддельное. Я, между прочим, инспектор, с уважением к вам, продержал удостоверение в течение одной минуты. Перед вами держал, спокойненько, пока вы все не прочитаете. А вы так прибрежно ко мне. Ну, это ж неуважение. Камеру лицо то захватить пытается квадратов. На какой камере? Ну на эту. Ну говорю, это камера, понял, лицо то в квадрат. А моё? А, да.
служебных телефонов нет. Значит, невзирая на 33-й приказ МВД, ГАИ Херсона по-прежнему продолжает использовать для фиксации нарушений водителей частные мобильные телефоны, что является нарушением. Неоднократно подавались информационные запросы в ГАИ Херсона, чем можно фиксировать нарушение правил дорожного движения. В этом списке отсутствуют мобильные телефоны неизвестных фирм. Почему спрашиваю? Вы не к тому. Можете сейчас говорить. Давайте поставим. У вас нормальная, хорошая камера? Да, отлично. Поставьте, будем фиксировать нарушение. Будем вот раз с вами том, что... был разговор, чтобы вы выезжали вместе с нами, работали на линии. Дело в том, что инспектор, был конечно, был разговор. Вы отказались от этого. Давайте нет, сразу уточним. Дело в том, что я не получаю деньги за... Секундочку, я ж не за то. А я не плачу за это деньги. И совершенно никто, и мне запрещено. Я за вам, вам за это деньги не плачу. Я вам просто помогаю. Лучше поставьте вот с этой стороны нас снимать, и заодно будем смотреть параллельно, как вы хотите нас снимать, и заодно будем смотреть дорогу, чтобы все было нормально. У вас есть время. Дело в том, что запрещено проводить видеофиксацию оборудованием, которое нет 33-м приказе. Поставьте вот в эту сторону, будет лучше фиксироваться, что мы стоим и смотрим за порядком. Тем более сейчас отпрацювання для Комсомольського району міста Херсон. Лучше, значит, вам не все равно стоит какой-то на сито или с той стороны. Кіберку, тут я понимаю, ребята, если бы это проблема переставили свой автомобиль здесь, никто бы не приехал. Я приехал. Сейчас проблема переставить камеру на Кіскорі. Да, она стояла на... Проблема просто переставить, чтобы нас снимали, но только в том направлении. Обстановка общественного транспорта. Так поставьте просто нормально, чтобы туда смотрело, чтобы видно было. Мы лица общения снимаем пока на... А туда нельзя смотреть, на дорогу. Я не смотрел, просто снимать. И параллельно туда будем смотреть. Чего спина? Я тоже сам буду смотреть. Я буду камеру для конечно, вас смотреть. Знаю, но вы, а то, что вы там рассказываете? Понятно. Поставили. Вы когда ДТП меряете, вы же тоже рулетка не сертифицированы. Я ДТП не мерю. Ну а вдруг люди, которые работают? Я ДТП не занимаюсь. Если я буду заниматься ДТП, то я вам отвечу на цей вопрос. Добре? Опять же, вы так чуть-чуть поставили бы камеру, были бы внимательны. Будет поворот, не включая правый поворот. Вы это заметили? Вы рядышком как свидетель стоят. Если вы почему я говорю, включите камеру, то будет лучше. Может развести до дорожного транспорта. Будет можно. Нарушение правил. Есть такое нарушение. Потому что это ваша работа, ребята. Так я говорю, поставьте вот эту камеру, правильно, так и надо. Правильно, так и надо. Я только что был на ДТП, очень неприятно. Мы тоже там были. Было много регулировать, да. Только пешком ходил. Потому что там было много. Говорил с Зориным Николаем Николаевичем. Да, пожалуйста. Да. А другий день йде відпрацювання цього району. Дай Бог злочинів пригодно не зарегістрували. Це про що? Це правильно. Це зачем отработка? Це я не можу. Профилакт. Ну, если бы, я говорю, никто, я бы не приехал сюда, если бы ваше транспортное средство изначально стояло. Кто бы мне позвонили, что а оно стоит. Даже если там стояло, оно нормально стояло. Ну, а что вы отъехали? Ну, не досталось, пока не приехал ответственный. Потому что люди там ходят. Неправильно. Пьяные. Нет, только дальше. Не знаю, как дальше. Понимаете, я попросил вас не отъезжать, а до приезда общественного. До приезда. Проблемы, да, конечно, я вы же там. Правильно, да. Но а почему-то не оставили. А что вы не замеряли? Я могу сказать, я сейчас замерял, не отъезжал. Я не могу. Я попросил не отъезжать. Я пришел бы на ваши услуги. Я попросил вас не отъезжать. Я попросил вас не отъезжать. Я попросил. Я подошел с камерой. Она видно, во-первых, я даже не чувствую, что вы там сказали. Ну, понятно. Ну, ничего. А под машину кидаться тоже? Я не кидался, я еще. Нельзя так. Ну, не знаю. За меня можно было составить протокол. Можно попередить. Можно попередить, да. А там не пешеходный переход. Нет, пешеходный переход чуть дальше. Все правильно. Ой, машину кататься не надо. Ой, я не кидался, просто ты там быстренько стоишь, а не уезжаешь. Виталий Анатольевич, а инспектор имеет право просить открыть капот? Нет,
Что так? Ничего себе. Мы спросим у инспектора, когда гражданин отпустит, на каком основании было сверху, проводится сверху узлов и агрегат. Читайте, пожалуйста, правила, я больше комментировать не буду. Я работаю. Пожалуйста, я приказ. Можно снять номера этой машины и фотопост сделать. Toyota Avensis. Да, скорее всего, автомобиль частный вторых инспекторов. Да. Добрый вечер. У вас ваше нарушение зафиксировано на видеокамеру. 10 метров от заезда на территории, заезда на улицу. Являетесь свидетелем, вы видите, что нарушил или нет? Видели, правильно? Вы только что говорили, что будет запрос. Так или не так?
Ну, что вы застеснялись сразу? Застеснялся, такая неловкая ситуация. Ребят, к вам проблем нет. Это не моя работа, это работа инспекторов. Не, секундочку, они вы только что сказали, что... Я обратил внимание, думаю, что автомобиль стоит на, ну, двумя нарушениями. Мы стреляющие, там стараемся. Но вы сами сделали данный вопрос, задали, правильно? Я вам отвечаю. Я задал вопрос вам. Я вам ответил. Что даешь? Вы как представитель прессы, сколько мне известно. Совершенно верно, правильно. Правильно говорите. Закон один для всех. Повороте, нормально, не заснял, да? Снимаю камеру. Сейчас. Нормально, сняла, сейчас. Не, говорю, на них направлено. Как раз сюда идет. Сейчас мы будем работать за ИИ. Вы уже допомагали працювати, наче будет ДТП. Да. Мы б помогали, если бы вы не нарушали. Дорожный контроль, газета. Это в Ютубе? Меня жена, ну, да? YouTube, да. Это вы работодатель? Почему работодатель? Ну, вообще. Нет, мы просто забываем. Все. Правильно сдать туда назад, чтобы по тротуару не ездить. Коли ви вже виїдете з нашим екіпажем працювати, щоб нормально? Понимаете, ми ж за цей день, у нас как бы чуть-чуть другая політика. Друга, да. Алло, добрий вечір. А я звоню по А, должен подъехать. Все, я ожидаю. Все. Я просто хотел уточнить. Да, ждать или нет. Все. Да. Все. Все, понятно. Хорошо. Спасибо большое. Я ожидаю. Это я понимаю вместе работы. Я вот здесь стану, чтобы меня было видно. Вот это я понимаю. За то, что тогда, вот сейчас улыбаетесь, за то, что тогда была с вами договоренность, что вы выедете с нами и будете вместе нормально Ребят, работать. Я думал об этом выехать, потом внимательно подумал все. Ну, я знаю, я уже не один раз ездил. Не к тому просто. Я ездил с ГАИ. Когда мелочное нарушение, я не считаю, под Новый год стоит человеку... Нет, можно я договорю? Когда мелочное нарушение, я не считаю, что человеку стоит делать, портить праздничное настроение. Вы согласны со мной? Просто предупреждение, я думаю, это самое важное в такие потом дни. А второй момент, когда вы рядышком, вы увидите поведение водителей, которые действительно грубо нарушают, пьяные. И когда вызывают суд, и они говорят, что мы не ехали. Вот это для нас будет самое важное, ваша помощь.
Вот это я считаю правильный подход. Правильно, конечно. Хотя бы раз так показал и понял. А когда, извините, когда вы вызывают и вы в сторону отступаете, вот это я считаю не... Пресса ваша? Понимаете, мы, наша позиция граждане, мы должны отстаивать, понимаете, как адвокат защищает, понимаете? Вопрос. Слово ваше. Дорожный контроль. Как называется фирма? Не фирма. Она, что это означает? Дорожный контроль. Что она контролирует? Поведение участников дорожного движения на дороге. Инспекторский контроль или водительский контроль? Нет, это дорожное. Нет, это все касающееся дороги. То есть касается дороги инспектора, водители, правила дорожного движения, что их объединяет. Так или не так? Все правильно. Вы же касаетесь однополого. Вы касаетесь только одной части. Так поэтому я вам и говорю, что если делать... Сейчас Вот это я считаю... Зафиксировали нарушение. Я считаю, самое правильное с вами... Самое правильное с вами... Показать пробку, которая была в результате ДТП там на площади. Мы видели. Правильно? Снимали? Не снимали. А что вы... Надо такое показывать, чтобы люди бачили. Еще один маленький вопрос, нескромный. Вы задали вопрос. Вы приезжаете, говорите, нарушение вот то-то, то-то и то-то. Скажите, пожалуйста, задайте свой запрос. Сколько было составлено за последний месяц протоколов за нарушение правил остановки, стоянки? Вопрос. Следующий. И получите ответ на него. Реально, если мы будем... Что приводит к аварийности? Остановка, стоянка или больше нарушения правил обгона, правила проезда перекрестков, пешеходных переходов? Что чаще встречается в ДТП? Ответьте, пожалуйста. Подумайте, знаете, хорошо. Нет, что влияет на аварийность? Я понимаю, но правила дорожного движения, они для всех. И там, если вы избирать, в них... Не выбирать. Я вам предлагаю выехать на центральный рынок, в любое место, и пройтись, посмотреть, сколько нарушений. Правильно. Вы сами просчитываете, сколько... Вы говорите, но никто не делает. Они там как стояли, так и стояли. Я нет, делаю. Только не одно делают. Уточнение. Сегодня... В день вышло два или три экипажа. Все они в течение дня обслуживали только ДТП. Когда можно проследить? Вот вам весь ответ. Ну, здесь вот собралось два экипажа. Отработка здесь... сегодня, вы же не путаете одно с другим. Дніпровського, Комсомольського району собрали порядку, і собрали Комсомольський район. Грабежі, іменно цей район. Знаєте чому? Сообщаю вам. 30 ноября, что было в Херсоне на Нефтяниках, вы знаете, там тоже экипаж сейчас работает. Автозаправка ОКО. Что было? Ограбление. Абсолютно верно. База Орех. Разбойные два еще. Вы это тоже знаете? Не знаете. Когда перед выходом, вы много чего не знаете. Приедьте, задайте вопрос, почему, а как. Комсомольский райотдел проводился развод за начальника УРЭ. И там четко были поставлены каждому свои задачи. Понятно. Все. В данном случае вы же нас в одину, непонятно. Алексей. Я понял. Не, мы же ничего. Мы же вам не мешаем, мы стоим. Я наоборот считаю, что вы нормально. Помогаем. С нами. Абсолютно верно. Спасибо. Я могу сказать только спасибо вам. Если есть час, можете до 24-й години с нами попрацювати. Нам будет наоборот приятно. Почему, да? Потом вышли, начали что-то снимать. Мы тут другого поняли, да. Я просто говорю, что это... Родик, там Lexus еще тоже не приехал. Если хочешь снимать, снимайте в открытую. Не надо там ховаться в машине. Так никто ж не прятался. Наоборот, он просто припарковался. Чего вы стали в темноте-то? Чего? Припарковались там, что тут было занято машинами, чтобы не нарушать. Не было места. Тут стояло 5-6 машин крали. Де батько з матір'ю і дитину ведуть поза зоною пішохідного переходу, почали переходити. Да. Оце можете показати по відео. Показую. Все видно. Это... А от чого починається халат, правила дорожнього руху до людей. Дитячого віку, правильно? Задалі? Так,
Камера работает, а в рот левый не включил. Виталий Анатольевич, ты закрываешь. Кто инспектор закрыл тебя? Понимаешь, как бы камера работает. Ты закрыл. Но... Это что я говорил. Нормально же камера сняла, только что отлично. Да, видели сами. Левый был секунду. Спину инспектора сняла. Ребят, ну я, наверное, не дождусь его. Я изложу, приедет ответственный, объясню ситуацию, я изложу все равно все на бумаге, приложу видео. И как бы, то, что есть, то есть, ну, у меня абсолютно нет времени. Давай.